Donne-moi un sitarite, je ne veux pas des bijoux de chez Chanel, je ne veux pas. Делаем розу, светильник. На Сан-Валентина. Для поставить в ресторан. А, кстати, ресторан. Пора поздравить на поезд. Ну, если меня уволят с работы, с ресторана, придется организовываться с розами. Так, ну что, вот мы нарезали такие лепесточки. Они у меня еще будут такие красивые, с волнами, да. Ну, эти без волн начальные. Буду делать мою первую настольную лампу. Оставайтесь с нами. Ну, а теперь едем на работу. Вы знаете, я бы, наверное, не променяла свою работу на розы. Лучше совмещать. Пока. А там будет видно. Buona giornata a tutti, curicini. Кстати, обрезки не выбрасывайте, потому что из них можно сделать базу, расплавить и сделать базу для розы. Ну, я, наверное, так как у меня пока розы все на светильниках, мне пока база не нужна. Поэтому, если вы делаете просто розы, то базу можно делать вот из обрезков. А вообще из обрезков можно делать очень много всего. Лампы маленькие настольные или подсвечники, которые я сделала на днях. Смотрим. Оставайтесь с нами. Чао-чао. Вот такую красоту мы делаем. Вуаля. У меня уже 4 листика порвалось. Да, не так все просто, как кажется. Моя первая роза, светильник. Посмотрим, что получится. А вы знаете, что я сделаю? А я специально оставлю лепестки, которые порвались. Потому что в натуре не все идеально, в принципе. Все логично, но не все идеально. И даже если порванный лепесточек вам покажется в розе, это нормально. Невозможно быть идеальным. Да, природа, она идеальна. Но это не на физическом уровне идеал. Кто понял, тот понял. La felicità. Oh, il bombe. La felicità. Oh, il bombe. La felicità. Oh, il bombe. Che colore dà. La felicità. Oh, il bombe. Na 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 na. Мы решили еще прикрепить листики, да. Прикрепить листики для чего? Для того, чтобы было удобнее ее класть, так как там плафон может побиться. Вот, это будет удобно и, наверное, красивее. Amore, era finito. Tu hai detto, fai listiki. Да, я заработала с этой розой. Думала быстрее закончить. Ну, вот так получается. Не так все просто, оказывается, да. А я уже в пижаме. Не так все просто, но, как говорится, красота требует время. Так, что-то я еще неровно клею, оказывается.
Ну ладно, как есть, так есть. Uno, due e tre. Ok, perfetto. Ура, последний стришок. И наша розочка готова. Да-да. Так, вот сюда мы ее. Окей. Arrivato. È arrivato, è la base. Ma io lascio così, basta. Beh, vuole mettere la quarta. Ah, mettiamo la quarta. Dove ci sono? Dove ci sono? Amore, avevi una bella idea, bravo. Bravo, bravo, bravo. Ci sta proprio con i colori, come una rosa vera, gigante, sostatile. Bravo. Молодец, Фабио. Окей. Это сказал мне листики. Видите, одна голова лучше. Одна голова хорошо, а две лучше. Вот. Объем результата две проблемы, море. Объем результата ква, ке морбидо. Вот. Таким образом мы предотвратили, чтобы она подставочка, без подставочки. Мы просто туда вставим ночничок. Любой ночник или даже просто, знаете, остаются... Я вам покажу завтра, сниму видео. Остаются, как это называется, лучи. Ну, когда у нас Новый год, и мы повсюду раскидываем, включаем лампочки, да. Вот эти же лампочки вот туда пучок всунули, да, или любой ночничок, который вот у меня сейчас нету показать. Ночничок поставили, все, и передвигаете куда угодно ее. Для магазинов, витрин очень супер смотрится, где редетки не достать. Замечательно. Amore, cosa faccio? Lascio così, secondo me, io quasi, я, наверное, их оставлю вот такими, какие они есть. Не буду их фонировать фоном. O li faccio un po' ricciare con fon? Sì, allora, sta bene anche così. Secondo me... Bisogna vedere dove l'appoggi, perché sennò toccano per terra. No, no, no. Dove si appoggia, appoggia, va bene così. Amore. Toccano però. Ma va bene, e deve essere così. È una cosa... Perché se la faccio così, tu dici alzarle un po'? Sì, però tu stai in un dito. Amore, se l'alzo diventa... La rosa è... C'è fantastico. È mia rosa. Vedi un attimo con le due grosse, amore. Voglio vedere che luce fa. Вот наша rosa. На подсвечник. When marimba rhythms start to play.